Итак, готовность. Итак, фестиваль Tesla Hall Россия. Песня, написанная с применением искусственного интеллекта. Сергей. Алгоритмы искусственного интеллекта. Я с Петей не спорю. А, не пойдет интернет, знаешь что? Нет, нет, все нормально. Yeah.
слушающий человек. Сергей, прокомментируй. Вот песню создали, да, на которая была написана алгоритмом искусственного интеллекта, а исполнил прекрасный певец, можно сказать, последователь движения глобальной волны в области искусства. Это прекрасно. Мы двигаемся вперед. Можно отметить как достижение. Ну, дальше будем в технических областях продвигаться. Ну и, конечно же, какие творческие планы, какие песни на очереди? Ой, это много просто. Много. Ну, перечислить хотя бы 7. Перечислю. Молитва Архангела Михаила. Приезжай. Потом песня стихи Колесова. Потом там песня какого-то белорусского поэта, да. Сейчас Светлана Ралдугина прислала музыкальную композицию «Крылья», да, текст пишем. Вот. Ну, это вот самый ближайший, который, да, ну, сейчас уже который в производстве. Какие находится. Пишут письма люди, какие предложения? Многие люди пишут письма. Вот нам недавно написал звукорежиссер из города Инта, Владимир. Вот. Я ему сразу составил с помощью этого алгоритма текст про город Инту. Правда, мало что знаю о нем, но что там написано, было очень интересно. Вот. Так что ждем от него тоже интересных вещей. Ну, а мы пока забавляемся этими игрушками. Ну и анонс песни для чего была смонтирована к 9 мая? 9 мая, потому что мы начинаем после 9 мая серию передач на тему, каким образом, да, с помощью, опять же, алгоритма искусственного интеллекта показать, а как вообще Россия должна быть на самом деле. То есть к чему мы идем? Что должно быть так, чтобы это было интересно людям, чтобы жизнь в России была насыщенная, наполненная и приносила радость людям. Вот. Так что тоже в планах. Ну что, это будут твои авторские передачи? Нет, это мы будем просто обсуждать эти темы, потому что обсуждение это ляжет в основу программы 500, которая будет проводиться в жизнь в связи с выборами. Так она станет основой для независимых кандидатов, которые могут ей воспользоваться для того, чтобы самим не разрабатывать программу, да, реально просто взять, потому что она будет удовлетворять, в общем-то, всем требованиям граждан России, а человек, который будет претендовать на должность президента, он просто скажет, что как я могу это исполнить, как я это могу сделать. То есть тактически в данном случае его задача будет ее использовать. Ну вот это идея Ярослава Старухина, программа 500, которую мы постараемся внести, да, в практику жизни, нашей действительности. Вот, посмотрим, я думаю, будет все нормально. Ты лампу крутишь, как шашлычную? Нет, я просто ее кручу, как медь джедая. Как назвать сюжет? Назови это самое. Медь джедая, не знаю. Окончание рабочего дня Усова. А песни России. Мы же просто прослушали. Да, ребята еще не слышали. Мы просто поставили, чтобы они послушали. Хорошо, стоп, снято. Да. Ну как вам песня? Понравилась? Да, достойно. Я отвлекался несколько раз.